В школах Югры завершились осенние каникулы. В некоторых муниципалитетах детей отправили на отдых досрочно из-за растущей заболеваемости ковидом. По данным оперштаба, до 60% очагов распространения инфекции выявляли как раз в образовательных организациях. Продление срока учебной паузы при этом не обсуждалось. С 8 ноября большинство югорских школьников приступили к занятиям в обычном режиме. Правда, родители при желании могут перевести детей на дистанционное обучение, написав соответствующее заявление. По данным окружного департамента образования, таким правом уже воспользовались законные представители около 1500 учеников. В Сургуте 491 школьник перешел на дистант, в Сургутском районе 199. На сегодняшний день у нас закрыто 22 класса, это 53 ребенка с подтвержденным диагнозом. Когда мы уходили на каникулы, это было 59 классов. То есть мы видим, что в два раза снизилась заболеваемость в результате того, что дети были разобщены на каникулах. По детским садам это 15 групп, а доходила эта цифра до 40.